бы стать другом, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяным, вечно привет. Сегодня у нас небольшой маршрут. Планирую поехать вокруг Шейновского карьера, поискать там тропинки. Ну и так, по пути по Смоленским улицам показать вам пейзажи. Сейчас, кстати, слева у нас крепостная стена наша знаменитая. Какая красота сегодня. Так, тут есть старые контрейни трассы, я их вообще не знаю. Сейчас мне нужно интуитивно выбрать какой-нибудь веселый спуск. Даже не знаю, куда ехать. У нас сейчас тормоза не прокачаны, поэтому прям сильные съезжалки не наш выбор. Куда ехать-то? Блин, ладно, сюда. Воу. Ой, красота. Ну, если честно, так себе.
вот мы и приехали на Смоленские Мальдивы. Вам не видно, но там вдали, короче, дом на воде какой-то. В нем человек и собака. Я даже не знаю, как это назвать. Это как-то съехал от родителей. Ой. Водичка, кстати, кайф. Ночью холодно уже, пипец. Вчера 9 градусов было, она еще не остыла. Надо срочно ехать на озеро завтра. Вот по этой горке, мне кажется, надо ехать вниз. Через 30 минут закат, поэтому мы поторопимся в город, потому что уже вечером плюс 10, а из теплого у нас ничего.
Солнце стало заходить, сразу, знаете, так посвежело, бодрит.